Софи Тойбер-Арп, швейцарская художница и скульптор, представительница дадаизма и абстракционизма. Софи родилась в семье аптекаря, выходца из Германии, 19 января 1889 года. Отец рано умер. Мать с дочерью жили поочередно то в Швейцарии, то в Германии. Девочка училась сперва в Санкт-Галлене, затем в Мюнхене и Гамбурге, где окончила школу в 1913 году. После этого профессионально занималась изготовлением предметов прикладного искусства. Перед началом Первой мировой войны посещала в Цюрихе танцевальный класс Рудольфа фон Лабена, затем училась танцу в Асконе. В 1915 году в Цюрихе познакомилась со своим будущим мужем Гансом Арпом и другими художниками-авангардистами. Принимала участие в различных дадаистских акциях и мероприятиях в кабаре «Вольтер», где тогда выступала танцовщицей. Тогда же была разработчицей и автором танцевальных и художественных костюмов, декораций и тканей. Через год получила место преподавателя при Цюрихской школе прикладного искусства по классу техники рисунка тканей, что помогло молодой семье справиться с финансовыми затруднениями. В этот же период Софи разрабатывала свой абстрактно-геометрический стиль живописи. В 1922 году Софи и Ганс официально вступили в брак. В 1929 году художница оставила работу в Цюрихской школе и вместе с Арпом переехала в созданный по их собственному проекту дом в Медоне, близ Парижа, где их соседом был Тео ван Дуйсбург. В конце 20-х, начале 30-х годов окунулась в творческую жизнь на авангардной сцене. Наиболее ярким художественным периодом ее жизни стали 1936-1939 годы, когда художница создала 117 полотен. С началом Второй мировой войны Софи и Ганс Арп бежали из Парижа на неоккупированную немцами зону Франции. 1941 и 1942 годы Софи провела в южно-французском городе Грасс. Затем, в конце 1942 года, перебралась в Цюрих, где 13 января 1943 года умерла от отравления угарным газом. Был ли это несчастный случай или самоубийство, так и осталось невыясненным. Подлинное признание к мастерству Софи пришло уже после Второй мировой войны. Изображение художницы помещено на современную банкноту достоинством в 50 франков Национального банка Швейцарии.